Немецкая компания «Ферросталь» представляет тяжелые фрезерные центры для изготовления штампов и пресс-форм. Оборудование для двигателестроения. Сверхмощные фрезерные центры для обработки стали и титана. Высокоскоростные фрезерные центры для обработки композитных материалов и алюминиевых сплавов. Оборудование для нефтегазовой отрасли. Фрезерные центры для авиационной промышленности. Сварочные роботы для высокоскоростной сварки. Холодная сварка для тонколистового металла. Центров для накатки зубчатых венцов и шлицев. Машины ротационной ковки.